Уважаемые зрители, продолжаем мы трансляцию турнира Компонент Кап. Продолжаем трансляцию матчей из группы А. И сейчас у нас встречаются между собой команды Строитель и Гол 44. Остается у нас совсем немного матчей в группе А. Сегодня они все закончатся, а затем 25 декабря будет плей-офф. Это предпоследний матч в рамках группы А, группового этапа. Последний матч в этой группе будет между командами СОЖ 39 и КИЦ. Обоим командам очень нужна победа, нужно цепляться за очки, в любом случае надо бороться. И мяч оказывается за пределами поля. Выбрасывает мяч вперед и... Теперь начнет игру вратарь. Снизим строитель. Забивает мяч вперед игрок. Еще одна попытка вынести мяч. И мяч за пределами поля в итоге оказывается. Мячом команды Строитель. Передача и мяч. Оказывается, за ворот. Угловой для команды Строитель. Мяч за пределами поля начнет от ворот вратарь команды Строитель. Можно пробить удар. Прямо во вратаря мяч полетел. Теряет мяч, может забивать команда гол 44, но здесь вратарь хорошо разобрал ситуацию и не позволил забить. К воротам идите! Ау, для команды гол 44. Забивать не получилось. Удар, и мяч проходит рядом со штангой. Неплохая попытка.
мяч в ауте. Мяч вратаря, гол 44, начал свою атаку. Еще один момент у команды «Строитель», но вновь забить не получилось. Отбивается как может команда «Гол 44», но здесь хороший момент. Может забивать команда «Строитель». Есть партнеры, которые ждут передачи. И в итоге мяч уходит за пределы поля. Отворот сигнализирует арбитр. Пробить не получилось. Забежать дальше и забивать можно. И гол! Забивает команда «Гол 44». Счет у нас становится 1-0 в их пользу. С мячом. Передача на защитника. Аут. Для команды «Гол 44» будет. Мяч в ауте. Удар заблокирован был. Аут разыгрывает команда. Строитель. Перехват. Гол 44. Не получился. Быстро они отдали мяч обратно. Удар. Ну, штрафный удар будет исполнен команда «Строитель». Подача и мяч оказывается за пределами поля. Удар, и «Строитель» мог сейчас сравнивать счет. Угловой. Подаст сейчас команда «Строитель». Аут. Быстро разыграл команда «Строитель». Передача направо. Решают довести до верного атаку.
передач по правому флангу прорывается игрок. Передача какая хорошая, можно забивать. Но забить так и не получилось в данной атаке. Вперед. Вратарь. Убивает мяч. Передача в центр. Может забивать. Удар и гол. Счет у нас тем временем 1-1. Строитель продолжает свою атаку. Можно сделать передачу и бить поворотом. Свисток арбитра. Первый тайм у нас окончен, уважаемые зрители. Немного надо будет подождать, и после этого начнется второй тайм. Исток, и второй тайм начался в матче между командами «Гол 44» и Пытался начать атаку для своей команды игрок команды «Гол 44». Не получилось у него этого сделать. Вратарь с мячом делает передачу. Строитель. Строитель мяч потерял. И будет теперь вводить мяч из-за боковой команды «Гол 44». Yeah.
набирай, и Хель набирает. Обороты могут бежать вперед. Передать шикарный выход. Один на один с вратарем можно добивать. Еще один удар. И вратарь. Команды гол 44. Шикарно отыгрывает в данном моменте. Оказался в том месте, где надо было. И еще раз спасает свою команду. Хороший момент, передачу можно было сделать. Попытался оформить прострел в 14 номер. Вратарь. Вратарь команды строитель мяч убивает. Подальше, вперед. Данир, иди сюда. Данир, нападение. Момент, можешь забивать. Не получилось у команды гол 44 забить в данном моменте, но еще один момент у них будет. Отыграли они, а вот бегут вперед, и мяч достанется вратарю. Свисток. Арбитра, и мяч достанется вратарь. Далеко. Руками бросим. Да почему? Брось, далеко. Да нет! Хватит придумать. Просто брось, как обычно. Разыграла мяч команда. Строитель. Конечно же, на секунду я призадумался. Строителя. Разыграли угловой. И были близки к тому, чтобы забить второй мяч в сегодняшней встрече. Бежит вперед игрок, и мяч потерян. Строитель. Мяч не смогла удержать. Гол 44. Борется за мяч. Дальше атакует. А вот здесь выход один на один с вратарем. Снова удар и гол. А вот этот выход команда строителей реализует. И еще становится 2-1 в их пользу. Центра поля. Нужно вести мяч в игру. А именно об этом говорит арбитр. Гол 44 пытается выйти из-под прессинга. Не очень у них это получается пока что. Но удар, и будет исполнять его команда гол 44. Сейчас будет. Опасный момент. Может строитель забивать третий мяч. Вот отскок хороший. И попадает прямо в своего игрока. 18 номер.
от ворот начнет вратарь. Гол 44. Ведут мяч за боковой. Перейти. Отличная передача. Вратарь все-таки мяч забирает. Вынос вперед. Строитель с мячом. Передача и мяч у вратаря. Аут. Бегите, бегите, что? Бегите. Прихват, гол 44, бежит вперед. Сейчас отличная игра корпуса, мой мяч. Команда строитель. Почти вырывает. Но немного не получилось, будет угловой. И дальше что будет? Удар! В штангу попадает мяч. Передача в центр, можно бить. Удар! И мяч уходит в аут. Передача не доходит до адресата. Контратака от строителя тоже, к сожалению, не задается. Команда строитель с мячом. Перевод налево. Удар и мяч в ворота. Еще один мяч забивает команда «Строитель». Удалось им отыграться со счета 0-1. И теперь уже счет 3-1. Мяч в ауте. Уходит мяч за пределы поля. Выносит мяч вратарь вперед подальше и мяч за пределами поля. Перехват, можно забивать. Мяч ходит в аут.
Аут для команды «Строитель». Разыграли они мяч. И могут пойти дальше. Хороший момент, можно забивать, удар прямо во вратаря, еще один. И добивание, пришел на помощь партнер. И закончим у нас этот матч, уважаемые зрители.